Гісторыя наколах у Магілёве рэалізуецца праект, прысвечаны 750-годдзю горада. Звесткі пра мінулае старажытнага Магілёва гучаць у салонах аўтобусаў і тралейбусаў. Ідэя належыць гарвыканкаму, яе выкананне музеі гісторыі Магілёва, Магілёў Абл Аўтатрансу і радыё Магілёў. Ці ведаеце вы што? З гэтых слоў пачынаецца кожны гістарычны ролік. Аўдыёфакты пра мінулае Магілёва падрыхтаваў музей гісторыі горада. Адны з іх шырокавядомыя, другія сталі сапраўдным гістарычным адкрыццём для магілёўчан. Яны, конечно, не могут охопливать всю историю Могилева. Это хоть это намек на то, что наша история была славутой, и как у людей появилось ожидание ее затекавиться. Ведаеце вы, што першы падручнік па гісторыі Беларусі напісаў магілёвец. Магілёўскі гісторык Восік Турчыновіч з'яўляецца аўтарам першай сістэматызаванай працы па гісторыі нашай краіны. Ну, я считаю, что это очень удобно. Совершая поездку, можно узнать много о происхождении нашего города Могилева, также о событиях исторических, какие происходили у нас интересные. Ролики для громадского транспорта огучивал и рыхтовал у эфир коллектив «Радио Могилев». Для его удел в этом проекте стал не только часткой повседневной працы. Я могу сказать, что я, допустим, больше половины тех сюжетов исторических, которые там вот описываются, я их не знала. То есть мне было интересно еще их узнать и мне самой. Могилёўчане проекта ценили, кажуть, факты цікавыя. Жартуют, что теперь главное не заслухаться и не проехать свой припынок. Что-то новое узнаешь, это, я думаю, нужно, познавательно очень. Это будет очень полезно для жителей нашего города. Люди должны знать свою историю. И дети, и взрослые, и должны гордиться историей своего города. Ирина Бардиловская, Александр Артемьев, новини региона.